Первая в этом сезоне ловля, этот, подлёдная ловля на блёсенку, без сундука, сижу на санках, без коловорота, чужие лунки тут нашли, свежие, с девчонками палкой продолбили, и первое блеснение. Сколько сантиметров лёд? Толстый. Ну, палка у тебя же есть. Возьми, ну, только она у Герды там. Все, давай телефон. Выключила все? Нет. А что, пальцем нельзя? Так, Лиза, расскажи, пожалуйста, что это у Герды такое? Это Герден светящийся ошейник. Я его ей заказала на Вайлдберрис, потому что мы много ходим по темноте, гуляем, и она все время куда-то убегает, я ее не вижу и волнуюсь поэтому. А с этим ошейником я смогу ее видеть. У этого ошейника есть три режима. Иди сюда. Смотрите. Это вот второй режим сейчас у нее стоит. Сейчас я вам покажу с самого начала. Давай. Вот это выключенный ошейник, ошейник в выключенном виде. Вот это первый режим, он быстро мигает. Это второй режим, он медленнее мигает. А это третий режим, он просто горит. Вот так вот. Понятно. И вот с отключенной вспышкой, с отключенным светом, показывает, как вот собаку хорошо видно. Да. Сейчас вот 5 часов, солнце вот только-только село. Вот у нас мы наблюдаем закат. И вот санки наши наблюдаем. И вот так собаку хорошо видно. Сейчас по дороге будем идти, еще потемнеет, и еще снимем, как этот ошейник выглядит в темноте. Сейчас. Вот мы тут шли на берег. Я Олю вез на санках. Вдруг у нас как хрустнет, и пошла трещина. И вот прям видно трещина. Вон длиннющая пошла тут вот. На тот берег. Прямо у нас треснуло под ногами. Мы с Олей спаслись. А я тоже. И ты спаслась. Да, Оль, расскажи, как ты спаслась? Да. Все хорошо? Все. Так. Кто-нибудь видит впереди оранжевую точечку? Вижу. Вон собака. Значит, эта оранжевая точка — это собака. Только не перепутайте вот с красными точками на вышках. Это, вот вы можете подумать, что это летающая собака какая, как крылосончик такая. Нет, наша собака вот на дороге. Собака Баскервилей.